Huh? Thank you.
Нагрелась, да? Будем резать. Жена укусила. Улики лезли, глаз опух. Да ничего, пчелиный укус полезен. Пойдет. Ты ржешь. Thank you.
Вот оно. Говорю, фруктовый остался один. Давай фруктового положим. Прикинь, фруктами вонять будешь. Я не знаю, как на фрукты липнут. Еще больше покупают. Да и хрен с ним. Я первый раз такого монгола вижу. Что, так опухаю? Да нет, ты красивый, симпатичный парень. Угу. Ты что, не видел людей, которые так опухают? Таких? Да. В кино только. Я еще зимой говорил, что, блядь, я опухаю. Нет, тебе идет, кстати. Я уже не вижу, но. Не, ну, Кость. Я тебе орден, короче, с консервной банки вырежу какой-нибудь. Это честно я тебе говорю. Тебе какую? Орден Красной Звезды или Героя Советского Союза? Мы за времена прошли, но. Не, ну мы по старым временам будем считаться. Давай Герой тебе... Герой Советского Союза, добро нам. Герой Советского Союза, ну это просто звездочку. Да я с чая тебе сейчас вырежу. Пластмассовую какую-нибудь. Не, Кодяра, я тебе сочувствую. Ой, ты сегодня ночка поболеет, у тебя глазки. Это ты сегодня покумаришь. Ну ладно, будем завязывать этот экстрим. Он до плохого не доведет и до хорошего тоже. Он уже слеп, да. Он уже ему плохо, человеку. Ну вот как таким человеком работать? На пасеке. На пасеке. Если он от одного укуса пчелки уже ничего не видит. Так, нахуй, спички стоит. В натуре. Только будет видеть, но. Индус какой-то сидит тут передо мной. Не, ну вы, ребят, вы, я не понимаю, там, с Красноярска или откуда там. Не, ну, да, бывают такие сюжеты вот. Аллергический человек просто не переносит. Мне вот как-то разницы нет. Меня укусила, мне без разницы. Она там чуть-чуть нету там... Нету аллергии. Когда аллергия, это температура поднимается. Она чуть-чуть припухла, я и дальше пошел, мне без разницы. Не, ну просто я его показывал, смотрите, что с человеком одна пчела сделала. Он только начинает. Переносит, то просто укусила. Не, ну... Как его? Журнал какой-то может запечатлить. Журнал «Пасечник», да, точно. Да, сейчас сутки на меня спадет. Ну, а через сутки спадет. Не завтра, еще больше. У тебя тот снег только начал спадать, у тебя переносит, влупило. Не, у тебя, кстати, у тебя симметрично так получается красиво. Не, от души. А знаешь что? Кстати, хорошо это все. Не, а что, ну я в натуре, я думаю, что это нормально. Ну поверните, чего? Я же глаза напрягаю даже этого. Ну и что, ты нас видишь? Так, смутно, тень какую-то. И что, больше ничего? Все. Не надо меня руками лапать. Я тебя не вижу просто. Че, Костян, вот так вот вообще не видишь ничего? Вообще не вижу. Да я вижу по твоим глазам, что ты не видишь. Ну, у меня глаза заплыли, что я могу видеть, но... Че, их... тебя проводить домой спать? Даже их открыть не могу. Ну, открой, пожалуйста. Я даже так открыть не могу. Ну ты открывай. Вот так же. Один не могу видеть. Но. Не, ну... Как я могу видеть, у меня глаза заплыли, что я могу видеть? Тебя не вижу. Но. Тебя домой провести? Да я пока тут посижу на улице. На луре. Чаю налить? Я пока не хочу. Не, ну давай чайку, может, не, пьешь. Руками. С метком. Трогаю руками, но. Так, я нормально? Чувствую, что нормально опухло. Ну как нормально? Ну, да, я потрогаю. Нормально опухло, нет?
так-то. Ну ладно, сегодня тебе выходной конкретно. Ты сегодня попал в западню. Сегодня тебе чего? И сколько ты выходных себе будешь брать? 3-4? Да, двое суток уже нормально спадет, но. Пойдет двое суток. Ну. Да что мне двое суток горбатиться в одно рыло? А что я тебе сделаю? Я ничего не вижу. Ты на ощупь с палочкой. Рыбы сока не будет, да? А синие жирные тоже не понадобятся.